Мне очень нравится представлять этот цвет, поскольку это главенствующий цвет года. И Институт цвета Пантон, Международный институт, признал его главным. Это цвет гринери. Ваш интерьер будет самым современным. Вы подчеркнете ваш изысканный вкус. Набор для спальни Жизель. Это потрясающий комплект постельного белья. Сейчас он на вашем экране. Роскошный шелк ручной работы. Это ручная раскройка. Потрясающая высококачественная печать. На вискозном шелке, я обращаю ваше внимание, это особенно важно, поскольку это белье работает как хлопок, дышит, впитывает. Потрясающий еврокомплект с двусторонним пододеяльником на молнии, с цельнокройной простыней из ткани компаньона, еще и четырьмя наволочками. Ариша, как вот мне нравится, да, когда четыре наволочки? Королевская. Королевская комплектация, люксовая комплектация, как угодно это может называться. Вы сами видите, как это смотрится. И ведь это высококлассный комплект постельного белья входит в наш набор. Кроме этого комплекта, в нашем наборе еще и покрывало. И полноценный комплект штор, представляете? И все это за 4999 рублей. С бесплатной доставкой, просмотрите. И ведь это, обратите внимание, полный гармоничный комплект в вашу гостиную, в вашу спальню. 9 элементов, представляете? 9. Вот эти шторы входят в наш комплект. Полноценный комплект штор из двух портьер. Также покрывало в гостиную тоже входит в наш комплект. Ну и комплект постельного белья, с которым мы сейчас с вами обязательно познакомимся поближе. 4 наволочки, как сказала уже Юля, и, конечно, вот такая гармония. Ну что ж, Юль, давай дальше знакомиться. 4 наволочки мы с тобой получаем. 50 на 70? Да, 2 размера 50 на 70, 2 размера 70 на 70. Мне очень нравится, что это купонный принт, это изысканное, это комплект постельного белья, элегант класса. Краили его вручную, чтобы попасть четко размер в размер. То есть купон это вот такая рамочка, да? Для того, чтобы попасть, да, когда попадают размер в размер четко. Рисунок по центру оказывается. Это только руками делается, руками мастерист. Мне очень понравился комплект качеством ткани. Все-таки наше доброе утро начинается с ночи. И то, как мы выспимся, зависит от того, как мы будем чувствовать себя днем. Проснемся мы либо в бодрости духа, выспавшись или как. Поэтому я вам рекомендую, попробуйте, если никогда не спали на шелковом белье, это невероятное блаженство. В данном случае это вискозный мерсеризированный шелк, то есть прошедший специальную обработку. Для белья элегант класса всегда применяются высокие технологии. Посмотрите, как он приятно блестит и переливается, и тактильно эта ткань, которая работает как собственный кондиционер. Ой, слушай, это здорово. Слушай, у нас впереди жаркий сезон, а зимой, когда включат отопление, вообще дома становится жарко. Юль, скажи, пожалуйста, но ведь шелк это непрактично, ведь шелк он требует для себя такого, знаешь, отношения очень и очень серьезного. Приходится ухаживать за ним каким-то особенным образом, не трогать, не дай бог, дети приедут с машинками. Ну, Ариша, да, только не декоративный шелк. Декоративный шелк это ткань нового поколения, да, прочная и крепкая, с приятным совершенно тактильным ощущением, да, легкостью, но очень хорошим уровнем практичности. Больше 200 стирок выдерживает такой комплект постельного белья. При этом ткань не деформируется, она усадки не дает. Такая ткань после стирок никогда не накатывается, пилинга нет. Вот за что я ее люблю. Ой, это тоже нет очень эффекта важно. Хлебной крошки никогда. Нежные объятия всегда. Во сне просто будете спать как на облачке, будто прикоснувшись к лепестку цветка. Мне это очень нравится. И краситель качественный. И краситель, то есть не потеряет цвет в течение стирок. 200 стирок, представляете, это сколько лет, если не каждый раз использовать даже. Это примерно 80 лет. 8 или 10 лет. Ну, я смотрю, и не только это отличает наш комплект постельного абсолютно белья. Абсолютно. Как я всегда говорю, всегда высокий класс постельного белья или премиальный, или элегант линия, она отличается хорошей качественной фурнитурой и, главное, необычной. В данном случае у нашего комплекта постельного белья, который входит в набор для спальни Жизель, вот такая замечательная молния. Ариша обратила внимание, без собачки. Она раскрывается очень легко на разрыв. И самое главное, скрыто планочкой. То есть не сломается во время стирок, и волосы не будут попадать. То есть это удобство, люксовость в деталях. Выбирайте элегантный комплект постельного белья из нашего замечательного комплекта Жизель. В него еще входит покрывало и шторы.
очень мне понравилось исполнение самой ткани. Я повторю это еще раз. На шторах она уплотненная, в данном случае смягченная, адаптированная для комфортного сна. Вы прикасаетесь к шелку, вы видите шелк в своем интерьере, в своем доме, но при этом вы получаете современный шелк. Этот шелк дышит, ваша кожа будет дышать, а значит, у вас будет крепкий и здоровый сон. И этот комплект из 4 наволочек на молниях, обратите внимание, это купонный принт, а значит, это ручная работа, это эксклюзив. И в этот комплект входит не только комплект постельного белья, но и покрывало, а также комплект штор. Вы обратили внимание, все сделано в едином стиле. И это все стоит всего 4999 рублей. С бесплатной доставкой вы сегодня получаете этот комплект. Только задумайтесь, если вы сегодня пойдете в магазин и по отдельности попытаетесь купить себе шторы, покрывало, комплект постельного белья такого уровня и качества, сколько вы потратите времени, а главное денег. Сегодня с телеканалом Shop & Show вы экономите 4600 рублей и получаете бесплатную доставку и целый комплект. Давайте знакомиться с покрывалом. И сразу знакомиться с его огромным размером. Такую красоту нужно показывать. Вот потрясающая да. Роза. Ариша, я влюблена вот в эту лиру. Здесь еще есть музыкальный инструмент у нас. Мне очень нравится обрамление покрывала. Точно. Оно хорошо будет прямо по борту кровати лежать. Все это гармонично выглядит. Обожаю, когда покрывало расширенного размера. Это Евромакс стандарт. Он чуть больше, чем обычный евроразмер. И это здорово, поскольку кровати разные. Не надо думать, вот, что согласись, не покроет. Однозначно закроет вашу кровать. Даже самую большую. Да, даже самую нестандартную. И что мне нравится, например, ну, кровать, допустим, если потертые бортики или что-то лежит, может быть, под кроватью, всегда закрыто, и всегда вот это ощущение порядка. Утром накрыл по-быстренькому, вечером пришел, ощущение, что вы убирались пылесосом 3 часа, а вы просто укрыли покрывалом и видите этот порядок дома. Слушай, действительно, это настоящий порядок, потому что такое покрывало не помнется у вас, обязательно будет у вас выглядеть всегда в порядке. Скажи, скользить не будет? Смотри, для того, чтобы покрывало ровно лежало на кровати и не скользило, дизайнеры придумали вторую умную сторону, антискользящую мягкую плюшевую микрофибру, которая позволит вам по 1000 раз покрывало не поправлять. Да, все это очень-очень удобно в течение дня. И плюс, хорошо укрываться, поскольку все-таки эта сторона такая тепленькая, приятная. Внутри есть синтепончик, поэтому можно использовать как одеяло легкое. Вот, мы добрались до наряда для окна, который также входит в набор для спальни «Жизель». Это тот главный акцент дома. Ну, это глаза, это душа, да, комнаты, когда мы заходим. Куда взгляд падает? Конечно, на красоту. Окошко. Дополняет, естественно, картину вашего гармоничного интерьера покрывало, которое также входит в набор для спальни «Жизель». И не забывайте, что в наборе еще и элегантный комплект постельного белья. Ну, давай к шторам. Ну, невероятная красота. Слушай, ну, невероятная красота, конечно, потому что, действительно, когда входишь... Вот подруги, да, допустим, первый раз к ней, да, приехала домой, и обращаешь внимание сразу на шторы. А потом, когда прокручиваешь в голове, как у нее было дома, всегда вспоминаешь шторы. Ой, это точно. От штор очень много зависит. И зависит не только эстетическая красота дома, а шторы имеют очень широкий функционал. Вот в данном случае это объемный принт, это глянцевый фактор ткани, который визуально будет расширять границы комнаты. То есть даже самая маленькая комната будет просторнее, поскольку шелк отражать будет цвет ваших осветительных приборов, люстры, например. Давайте посмотрим, как гармонично выглядит набор для спальни «Жизель» в любой комнате. Шторы трансформера, их можно менять местами. Розы будут то встречаться, то будут распадаться, как в букете. О, красота. Потрясающе совершенно работает на пространство шелковая ткань. Зеленый уместный и цвет ненавязчивый. Дизайнеры часто его рекомендуют. Очень хорошо зеленый работает с белым, с коричневым, со стандартными цветами мебели. Здорово вписывается в любую обстановку. Ну, вот это такая ваша хорошая инвестиция. Это беспроигрышный вариант. Ваша вот просто, да, обеспечит себе новую жизнь. Да, я согласна. Это действительно новая жизнь, новое настроение.